Войти на рынок казахстанской фондовой биржи малым компаниям станет легче. Предприятия с небольшим объемом капитала с сегодняшнего дня будут размещаться по новым правилам. Так, все компании из официального списка биржи разделены на три площадки. В основную вошли крупные предприятия, существующие не менее 3 лет. Изменения не коснутся площадки смешанная, где представлены исламские ценные бумаги. В альтернативную вошли небольшие и средние. Как раз для них снижены требования по раскрытию информации, в частности, финансовой отчетности. Также для таких компаний биржа снизила размеры разовых листинговых сборов на входе. Как правило, этот фактор сильно тормозил размещение МСБ на рынке. По мнению руководства КАСЕ, теперь эти условия помогут привлечь новых участников и инвесторов. Листинг на бирже не является подобием рейтинга. Листинг на бирже означает, и наша главная цель в том, чтобы компания раскрывалась, чтобы инвесторы, брокеры и другие заинтересованные лица могли составить впечатление о компании, могли посмотреть ее отчетность.